Пуск. Так, ну что, продолжаем у нас тут. Да, догоняй. У тебя эхо там вообще. Пиздец. Конкретное эхо ради смеха, короче. Я прям в лифте бота высажу. А, тут нельзя. Суки. Бля. Тогда раздвигай булки, я вам справку поставлю. Ой. И все. Он поехал к тебе. Не хочет. Сука. Мне в него стрелять не дают. Ага. Че, собирай, пап? Решится, ты, конечно же. Блядь. Так тут не разберешь, где низ, где верх. А вот нужно разбирать, понял? Это загадка для лохов, а я не лох, поэтому я не буду ее решать. Да. Пойду с Элли потрахаюсь. Да, Элли. Вот это вот голова. Какая попка. По-любому голова. А я вижу попку. Но она же заморожена. У Элли нормальная, не замороженная. Так заморозь Элли. Так, видишь, да? Мою жопу? Вот делай так, как там она нарисована. Ага, понятно. Окей. А, поближе посмотри. Ну тут, по-моему, тупо от маленькой к большой части. То она же больше становится в конце. Да. О. По-моему, вот этот кусок поменьше. Подожди, подожди. Так разный. Наркоманская загадка. О! О! Ты наркоман, ты молодец. Наркоманская загадка решил. Так твои булки помогли. Чё-то на конкретный тормоза. Где тормоза? Ну только что были, когда ты хуйню собрал. Не, у меня нет. Через дверь. Теперь мы нажмем на кнопку и все загорится. А, что-то придурок придет. Да, он опять будет научить нас бухать, помнишь? А, да. Ты не бухал сегодня, сука, сейчас я тебя накажу. Так тупо, да, пока там, короче, ты там сидишь, что-то делаешь, он уже придет, там всех захватит и подожжет. А, или да, ты подожжешь. Он же неожиданно появится. Да, тупо. Айзек, не делай это, дурак. А, бля, опять? Кинцо смотреть, нет, не то. И были люди, и был обелиск, и было бухло, и были стаканы, и были стаканы, и в них наливалось бухло, и было горло, куда оно наливалось. И был тазик рядом. В куда обливалось. И в унитаз, куда выливалось.
Было бухло, которое бухалось, был тазик, в который вливалось, и был унитаз, куда выливалось. И была ручка на бачке, которая смывалась. И говно, которое осталось. И моча, которая смывалась. Прикол. Все, бери кончик. Вот пока мы эту хуйню смотрели, он и пришел, понял? Ну, бля, а где он ее смотрел? В голове. И вот хорошо, да, ему не нужно покупать ни игры, там, ни фильмы. Просто берет мультики в голове и смотрит. Да. Он когда сидит, стрелял, блядь, он же всех убил. Да. Я думал, я на толчке сру, оказывается, я пошел всех убивать. А, понятно. Привет зрителям моего канала. Это прохождение Dead Space 3 коопское. Понятно? Если кто не знал. Через 30 частей такое приветствие. О, блин, нежданчик. Снимай трусы, сука. Нет, не то все обосраны не сидел этого. Да я уже привык, я уже нанюханный. Он ему говорит: ты же знаешь, что нельзя снимать камеры с телевизора и все равно снимаешь. Почему ты, блядь, законы не нарушаешь, сука? Пока не болтайте, тут посру пока. О, сейчас нужно будет кнопки нажимать. Е, С, В, Ш, Х, Ху, А, Т. Нажал все? Да. Е, С, В, Х, Ш, П. Элли, иди ко мне, моя сладкая любимая. Иди сюда, моя Элли. Я прям рядом с ней, смотри. Я сгорел, блядь. Я, блядь, сгорел. А я к Элли хочу. Смотри, Элли. Ваш напарник дебил мне написали. Прикинь. Самого пич. Самого хуй. Самого кирпич. Дверь неисправна, надо посрать, чтобы она открылась. Как она вышла? Ну, она говорила то, что она в вентиляцию залезла, в какую-то там трубу. Так, смотри, она все не комната, где-то вентиляция. Она просто в огне стояла и... Сучка. Читы используют по-любому. Че он улыбится? Улыбка тянет. Let's go, Isaac! Не знаю, я не поверил тут на самом деле, что она умерла. Не может. Ой. Не может такого быть, сука. О!
Что там надрачиваешь? Я не могу играть после такого все. После какого? После такого момента. Он же улыбается. Подожди, нам нужно на станке что-то сделать или нет? Пойдем. Точно. Главное, чтобы бонус миссии все выполнили. Все? Ну, которые тут были. Какие тут были? Я там аптечка поесть. Все забыл, давай сначала. Я за первый раз. О, сохрани. Блять, я ракету словил. Они выбегают сразу с разных сторон, и там еще люди, поэтому лучше вперед не идти далеко. Блин. А-а-а. У тебя же есть ракет. Да, я стрелю в него. Готово. Сдохни, сука. Сейчас эти чуваки побегут аккуратнее. Я его револьвером ёбнул. Пока они на меня бегут, я револьвером стреляю, они дохнут. Охуенно. Я помню, тут должен быть мощный дробовик такой. Но ты сам его должен как-то сделать, плюс еще улучшить. Ты, короче, во врага стреляешь, у него сразу, какой бы ни был враг сильный, у него сразу, короче, ноги ты ему отстреливаешь, поэтому он, собственно, только может ползать. И все, и легко его уже добиваешь. То есть с одного выстрела сразу бах, короче. Охуенно. Бля, хочу бонус миссию еще. Я всю игру с пистолетиком прошел. Да. Я играл со скиллом, бля. Ты уже в лифте, Лен? Да. На голову упал. Поехали.
без сна, блин, нигер. Куда? Она застряла. Сучка. О, блядь. Вот сейчас вот, которые быстро двигаются, чуваки. А чё он летает, сука? Чё не высирает их? Стрелять будет. Он, походу, завис. А, прикол. Смотри, сколько коробок. Где? Ты уже их раздавил. Тут бот вроде не, я слышу. Нет. О, смотри-ка, чувак, красивый. Стык разлётся. О, сохранение. Вот тут вроде будет это. Будут чуваки, да. Много чуваков с ракетами и плюс еще эти быстро, которые двигаются. И тут бот, похоже, будет. Блядь! У меня жестокие тормоза просто идут. Такой вот ПК гейминг. Ставили тормоза, пока не выйдет на рабочий стол. Вот тут лучше стоять в этом углу и их отстреливать. Там слышишь, стреляют ликвидатор. Да, я слышу, но сейчас могут в любой момент полезть еще чуваки. Не, не лезут. Идем в самую сложную головоломку. Погоди, вон, вон, появились. Блять! О, у меня! Мы сделали это. И это называется невозможный уровень, сука. Ну, блядь. Ни стазиса, ни аптечек, ни патронов, ни хуя вообще. Я оправдал себя полностью. Ну. И ботов нет нихуя. Ресурсов нет, ничего нет. А головоломки хуй пройдешь, часами решай. Ну. Я заблудился.
Ты направо, я налево. Ну, наоборот. Я тоже налево люблю. Ты в жопу, я в пизду. Да. Ну как быстро? Это мы, блядь, 30 раз решали. Я уже 100 видео записал, пока мы решали эту головоломку. Ну, вы знаете, сколько было повторов? Ну... Просто ужас. Тем более, выкидывать тебя из игры приходится заново переигрывать. Вот мы сейчас будем спускаться вниз, кстати, очень клёвый момент будет, помнишь? Да, клёво. Я ещё не помню, но знаю, что клёво. Это по сюжету надо проходить, мы будем спускаться. Да, помню. Да его догонять сейчас. Блин, я его убил нахуй с револьвера. Сука. Вот это один из моих моментов в игре любимых, когда нужно будет спускаться, офигенно. Погоди, да. У станка можешь аптечки взять, не? А он не убежит? Да не, ты можешь сколько хочешь. Останавливаться. Я еще тогда аптечек сделаю. Патроны. Патронов у меня... Для чего мы ботов выпускаем? Ну, они собирают ресурсы нам всякие. Ты че? А чем мы улучшали? Оружие, блядь. Я нет. Охуенно. Вот это дедспейс нахуй. Дедспейс, какой хороший дедспейс. Прыгай через них, не мочи их, а то они тебя перебьют нахуй. Окей. Прыгаешь, сука. Я почти допрыгал. Я допрыгал уже. Все, я внизу. Я быстрее тебя прошу. Прикольно. Прикол. Yeah. Я почти все аптечки потратил. О, лифт. О, сохранение. О, напарник. Умри, подонок, понял? Понял. Давай мне аптечки тогда. Да. Места нет, давай нахуй. Давай, блядь. Адский спуск нахуй.
Сейчас, по-моему, мелкие будут. Похуй, я полетел. Догоняешь? Они в меня стреляют, и я сбиваюсь почему-то. Сейчас вроде не стреляю. Блядь, теперь у меня места нет. А, давай, вот. Милый. Сколько? Что? Так, где-то внизу бот будет. Опять в Тетрис играть. Ай. Игра года, нахуй. Я не могу пройти из-за театра, стал раком. Бля, первый фейл за всю игру. Ты раком встал в лифте, я не могу в лифт войти. Второй фейл. Почему? Вы решили головоломку. Поздравляем. Это так, какие не каждый день человек решает головоломку, чтобы прийти и работу начать. Сто пудов. Новый костюм. О. Посмотри, подарочки, подарочки. Элитный. Элита, блядь. Ну, покажи мне шлем. У тебя залупа, а не шлем. Ну ты на хрень, блядь. Прикол. Пиздец. Ну чё, пошли? Залупа в глазами. Ну чё, тут было 29 минут и было сохранение. Будем перерыв делать? Да, давай.